Акцию «Добра ель терега Ельбасы», организованную благотворительным фондом «Халык», поддержал фонд Булата Утимуратова. В фонде выделили больше 100 миллионов тенге. Благодаря этому 4000 нуждающихся семей из 4 городов республики получат помощь в виде продуктовых наборов. Вот такие фуры с сегодняшнего дня будут развозить продуктовые корзины нуждающимся семьям в Нур-Султане, Алматы, Кызылорде и Шымкенте. В коробках 50 килограммов самого необходимого – подсолнечное масло, макароны, рис, гречка, мука и сладости. Жительница столицы Салтанат Имангалигызы помощи искренне обрадовалась. «Я в первый раз получила столько продуктов. Спасибо огромное!» Многодетная мама из Алматы аккуратно ведет семейную бухгалтерию. Женщина говорит, что даже для ее большой семьи этих продуктов хватит надолго. Например, в магазин идешь, даже на самые-самые продукты уходит 5-7-10 тысяч. Самое вроде берешь нужное и оставляешь такие большие деньги. И получается, это хватает всего на 3-4 дня. И получается вот так вот. А когда помогают, конечно, это... большая помощь. Продуктовые наборы уже получили 35 тысяч нуждающихся. Общий вес превысил 1,5 миллиона килограммов. У нас в целевой группе малообеспеченные семьи. Многие были не охвачены в прошлом году. И в этом году были сделаны акты обследования, изучали эти семьи. И сегодня достаются настоящим адресатам именно малообеспеченным семьям. Акцию «Ель терега Ельбасы» поддержали многие известные бизнесмены и компании. Среди них и фонд Булата Утимуратова. Наш фонд выделил 102 миллиона тенге, на которые были сформированы 4000 продуктовых корзин. Мы рады оказать помощь нуждающимся семьям, так как сегодня, как никогда, важна сплоченность нашего народа. Акция «Ель терега Ельбасы» помогла многим семьям пережить тяжелое время. И сегодня дома за накрытый дастархан сядут те, кто очень нуждался в этой поддержке. Жанна Тайтенова, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.